Да будут цветы. Они ж будут. Будут. Великолепно. Ну, уровень сам ставь. Мне без разницы. Да, у нас тут были черви. Сейчас у нас будут немного цветы. Кстати, Тенгу тоже нужно было цветы. Но потом. Тенгу цветы. Че, Тенгу не хочет цветы? Ну, Тенгу может, конечно, цветы пойти. Тут специально для себя тоже Тенгу взяли. Ну или Тенгу может пойти в паладинов с Мурзиком. Может. На, Мурзик, пойди в паладинов с Тенгу. Но пойдет ли Мурзик в паладинов? И свершилась великая битва раковых тиммейтов. Он говорит «ноу». И восстали раки из пепла ядерной войны. Барсик говорит «ноу», не хочет идти в паладинов. Че это? Эй, на. Барсик, ты че не хочешь идти в паладинов? Мало того, что паладинов не хочет идти, он так он еще Волдарского говорить не хочет. Поэтому у нас только есть один эксклюзивный стрим, где Терикс говорит Волдарского. Найдите его. И заслушивайте до дыр. Окей. А почему Барсик не хочет идти в паладинов? А зачем ему идти в паладинов? А какой ты левел-то поставил, а? Мне интересно. Какой это ты левел поставил? Ну, видимо, потому что у Барсика завтра типа работа, типа рано. Время уже типа поздно, типа наверное, типа поэтому, да, Барсик? Мы раскусили Барсика. Самые лучшие сыщики в этом Гиннесс-соке. Да уж. Это же Барсик пишет «да». Да. Ой, яичко, давай не надо. Сделал гадость сердцу радость. Ты. Рибомби наша. Все. Рез, не надо инсинуаций. Лили это не мужик. Тем более не настоящий. Зовут его не Блэк. Лес продвигает мутные теории. Подозрительно. Что-то подозрительно. Лес продвигает очень мутные теории. Очень подозрительно, да. Лес продвигает очень мутные теории. Он говорит, а ваша Лилита мужик. Это не... Но это не так. Ой. Он еще в доказательство какую-то японщину приводит нецензурную. Вообще без это беспредел, я считаю. Надо разобраться. Рез, а я думал, мы друзья. Надо разобраться, короче. Что-то. Мы же вместе играли в этанолы.
и в карты. Я же тебя прикрывал, когда был партнером. А теперь, как я теперь буду жить с этой мыслью, с этим знанием? Ну, китайский, японский, они же все равно юзают одинаковые иероглифы, частично. Они нагло увели у китайцев азбуку, сказали, что это японская азбука, и да, вот. Ой, какой ужас. Какие ваши доказательства, что Блэк это мужик, а Лили это феечка? Фея-мужик. Вообще, мужик это сырно. Сырно-мужик. Где я есть? Сырно не нига, сырно слегка загоревшая. Блин, что-то я... Ох-ох-ох. Чё такое? Не могу найти. Сырную нигера не можешь найти? Нет, то, что мы хотим найти. А чё ты хочешь найти? Ну ты же знаешь, что мы хотим найти. Я не знаю, чё ты хочешь найти. А, не-не-не-не, горошек, нажми на стоп. Где у тебя? Старт. На стоп нажми. Вот, да, ещё раз. Стой, жми его. Ну да, ты понял, да, да. Персонажи сменились. Сейчас мы возьмем лунный спецназ. Очень лунный и очень спецназ. Что значит, ты мне за черного мужика рога оторвешь? Какие такие рога? Черный мужик. Не отрицай этого. Вы все знают. Она даже заломала главного мужика в Динсоке, Марису. Она властвует над всеми феечками, наш сырный мужик. Сырный альфач. Все лето она провела в солярии. Она загорела. Отрастила себе цветок на руке. Акита. Резонанс говорит, что Лили Блэк зовут Акита. Я знаю, что он говорит, но это же неправда. Ему же никто не поверит. Конечно, неправда. Как вообще как, можно... Какие его доказательства? Вообще никаких доказательств нету, я не знаю, чем. Зачем он это пишет? Зачем он это пишет? Как зачем? Он хочет очернить Лили в наших глазах. Вот она прилетела, она вся такая няшечка, беленькая, няшная и... девочка, да, наверное, может быть, не знаю. У Зуна вообще нет девочек, у Зуна одни мужики. Цуйка мужик. И Рейсин мужик, все мужики. И Эрин мужик, наверное. Эрин же мужик? Эрин мужик. Какая Эрин бабка? Она мужик. Она true, настоящий мужик. У нее даже лук есть мужицкий.
А Люси вообще продвигает Акуну Матату лучшей девочки всего Гинсоки. Люси, как ты можешь? Я думал, мы были друзьями. Как ты можешь эту Акуну Матату? Как ты можешь этого босса на стуле двигать лучшей девочки Гинсоки? А, во, Рез, скажи, как зовут новых персонажей 16 части? Поименно. Кто-нибудь скажите мне это. Вот именно, вы не можете это сказать, потому что новые персонажи совершенно не запоминаются. Ай. Караул. Вообще, да, что-то здесь караул творится. Надо этот караул немножко закараулить. Стримеры Лоли с прокуренными глазами, ну... Микола что-то знает. Получается, я Лоли с прокуренным голосом. Я всегда знала. Я всегда знала, что у меня есть внутренний потенциал. Эй, какая баба с пуком укропа? Какая баба с луком парей? Ты что? Это же танцовщица. Прямиком из Лас-Вегаса. Пучком, пуком. А кого бы взять? Рубить. Тут даже думать надо. Надо рубить. А чё это ей дверь с той стороны закрывать? Не надо ей двери с той стороны закрывать. Это вообще древняя юрийная подруга Юкари. Школьная. Да, куда они ходили в школу для Юкари. Школа же... Есть же школа для Юкари, да? Есть школа для Юкари. Вот, там они познакомились, а потом... Он потом, ну, понимаешь, переезд, все дела там. Она же богиня. Древняя, тайная. Поклонников там... Я забыл это Рейму! Все, я труп. Я знаю, что я буду делать. Я буду делать два. Нет, три. Нет, на три я не зарядился. Я буду делать два. Я буду рубить эти чертовы пули, шары и пули, и все рубить. Копать. А куда Зак смылся? Кто-нибудь верните Зака. Спросите его, куда он смылся. Много шаров. Очень много шаров. Как нафиг есть стул? На рояле сидят Рейму. Ай. Вообще она заправляет сезонами. Да? Нет? Знатоки лора, чем она там заправляет? Стулом? Да, стулом. Вот это Зак вернулся. Зак вернулся. С планшета, видимо. Я на Зака зол. Я очень зол на Зака. Он меня засранец сегодня повозил. От души. И не предупредил, что мне трайхардить надо. Поэтому я как-нибудь у тебя возьму реванш потом. Не в курсе я всегда на слабо не играл. Играю. А тут взял такой весь трайхард, там все дела. Подборы персонажей. Я плакал. Я плакал от обид. Попомни мои слова, Акуна Матата будет новой богиней Тоха. Она сместит Рейму с ее подмышками со своего стула, трона, пьедестала. Потому что она Акуна Матата.
Вообще быстрее, дайте новый быстрее, новый файтинг. Я хочу нового персонажа файтинга. Мне всегда нравятся новые персонажи файтингов. Ну, кроме Тенш. Хотя она тоже ничего. Меня зашкурило. Ему мужик, ему не мужик, ему плакс. Ему плакс. Не нужна. Она даже готовить не умеет. Бедняжка. Готовить не умеет. Вообще, как так? С таким большим мечом и готовить не умеет. Потерянный человек, все. Хотя он не человек, конечно. Что значит не человек? Призрак. Полупризрак. Это именно что она полу. Полупризрак, получеловек. Она полушка. О, Кагоми набежал. Кагоми, твои гости ушли? Ну, проводила. Блин, ты пропустил. Во-первых, слушай, поломай Зака еще раз, пожалуйста. Это самая главная просьба. Меня сами цветы поломали. Я челлендж так не смог все выполнить. Какой челлендж? Ну, я играл в фокусе, без бомб, на лунатике. Хоть на медицине я сломался. А кем играл? Кроликом. Кроликов много. Лунным кроликом. Спецназовский. Спецназовский кролик. А еще так ты обычные, сейчас... Обычные цветы же. Ну так в них же есть и Теви еще. Ты че? Теви, которую ты говоришь, она это да. Самая. Она бесконечными жизнями, ей нельзя умереть. Если бы у меня была бы Теви, я бы там все прошел. Так вон, Кагоми, ты обманываешь. Меня сегодня два раза убили за Теви. Безжалостно и беспощадно. Извините, это уже личное исполнение. Вот, а еще ты пропустил супер выстрел. Кто там убил себя? Горошек, по-моему, сова, да? В общем, выстрел в твоей манере был. Просто ачивка Кагоми достигнута. У меня много этих ачивок за последний год накопилось. Надо точное название вот так вот уточнять. Чтобы... Ну, убей тиммейта, только там убей себя. Ай, щит. Тут все валится, шпыхается, шпяхается. У тебя самая главная твоя ачивка это убить Цирну на поле лечения. Вот это самая главная ачивка. Ну я ж не прочел. Не до конца прочел. Что значит ты не прочел? Ну не прочел, что делает поле Юика. Блин, жалко. Рез, клип мне запили. Запили мне клип вот с этим. Я его хочу. Я хочу это увидеть. А то по рассказам это одно, а увидеть, прочувствовать этот момент. Ну, вообще, у меня на канале все видео сохранились, я их в моменты как бы запихал, чтобы это осталось. Это вроде бы входило. А нет, вторая часть была, нет, второй части вроде нету. У меня есть вся пройденная третья часть, весь мой марафон суточный. Суточный? Ужас. Ну, я же целые сутки стримил подряд. Ужас. А как же поесть, как же... Ну вот, я потом перед финальной битвой Соку, когда на нормальности проходил, где-то 3 часа перерыв себе взял. Отошел поесть, там немножко так отлежаться, потому что я уже вообще никакой был. Вот Рез не даст соврать. Просто спроси у него, что происходило между мной и Сатори. Что это у вас происходило между тобой и Сатори? Что ты с моей лапочкой делал? А он тебе расскажет, что у нас происходило. Рез, ну-ка признавайся, что он творил с моей лапочкой? А его здесь нету. Не, а он вон в чате на стриме. Висит. Он мне все сейчас расскажет. А, так ты ее не осилил? Ха-ха, она тебе отказала. Я осилил ее, но с его помощью. Нет, не осилил, да. Что значит сейчас вдуплял? Слушай, садист, ты зачем сейчас вдуплял Сатори? Ну, она вообще жесткая. А потом еще и по кулдауну ее мучил. Он вообще садист. Я говорю, я к тому времени уже вообще просто никакой был. Единственное мое желание было, просто чтобы она ушла от меня. Послушай, как ты можешь желать, чтобы такая лапочка ушла от тебя? Она слишком настойчива была, я был к этому не готов. Нет у вас, короче, ни души, ни совести. Такая лапочка, лучшая девочка во всем Гинсоке. А вы ее, уйди от меня, Сатори. Ну а чё, ее бьешь, она выворачивается. Тоже знал, что она один из нетайпов. Ну, знаешь, когда меня бьют, я тоже уворачиваюсь, пытаюсь. Стараюсь. Но она вообще уворачивается, понимаешь? Вот, вообще уворачивается. Ее секрет был прост. Я не прочел тут навык, вернее даже не так, я не был с ним знаком. С навыком уклонения Сатори? Нет, у него там автокаст алерта каждый ход. Ну то есть Цейшин, который позволяет тебе вернуться от любой одной атаки. В 0%. Блин,
А есть же страйки. А вы что сейчас делаете, кстати? Если я помню. Ну, я играю с собой в цветы, Рез смотрит, рассказывает, как ты осилил Сатори. Или не осилил, блин, я убился. А остальные сидят, не знаю, что делают. Вот Зак меня сегодня в цветах возил, гадей. Что он делает? А я сегодня в патинки своих друзей возил. Ма. Куда водил? Патинка? Файтингах возил всех. В файтингах еще возил. Как Алекс? Я вас стал побеждать? Ну, один раз меня победили, так куда что водил? Чисто файтинг? Меня победили. Файтинг. Так что... Что за файтинг? Какие файтинги? Ну, баг. Мелти Блад. Мелти Блад не файтинг. Хиса файтинг. Хиса не игра. Не тоха, по крайней мере. Что значит не тоха? Что значит не игра? Не тоха, да. Ну смотрите, вот вы купите наушники Made by China. Вроде наушники, а вроде нет. Примерно то же самое. Ты Зона с Чайной сравнил? Ну это же официальная игра серии. А вспомните, какие игры изначально были тохой? Арканоид. Вот. Как тебе такой ответ? Да, я знаю. Ну что прикол, там примерно та же была система, что ты уклоняешься постоянно от всего, все, что тебя летит. Не было же там 3.5, 2.5, 4.5, 5.5 файтингов. Не было таких. Ну, потом появились. Ну, появились потом уже... Смотри, как, самый знаю, первый файтинг 7.5. Это игра, которая отстоит всего лишь там, сколько? На одну игру от начала, так сказать, ПК 90... Ой, ПК эры. Шестерка, семерка, 7.5. Который, правда, вышел позже, чем восьмерка. Такие дела. То есть ты хочешь сказать, что официально у нас есть приквел... который зарождает серию скроу-шутингов путем файтинга. Нет, ну шестерка у нас была все равно самая первая. Потом семерка, потом 7.5, но это цифренно. На самом деле она вышла даже позже, чем... Если... А, шики! Нет! А чего вы играете? Что это? Цветы. Обычные. А чего вы играете сломанными персонажами? Марис, я смотрю. Что за... Ну-ка, кто сломанный? Ты сломанный. Я ее только что взял. Берите нормальных персонажей. Я только что взял лунного кролика или кем я был, я не помню. Короче, я всех беру. А он меня убивает. Вот знаешь, Алга, ты не видел Тэви от Тахофага. Вот это реально. Сколько я не пытался его убить, он жил. Мы с ним играли, мы тут 3-4 играли буквально. Он все это время жил. А потом я уже устал. То есть ему хватило 3 минут, чтобы тебя убить. Но... Хватило 3 минут. Слушай, это звучит немножко превратно, учитывая, что это цветы. Но после 3 минут уже начинается такой ад, я бы сказал. Да, не знаю. Мне хватает 1.5 минут. Иногда 30, иногда 15 секунд. Чего уж говорить, если, допустим, я так зажарил, что у меня обычные боты на 2.30-2.40 уже начинают немножко хорошо катать на Лунатике. Слушай, ты мне так рассказываешь, я вроде играл в Лунатике, я не помню, чтобы он был сложный. Наверное, что я играл сломанным персонажем. Ну, я играл против Шики именно в конце. Когда ты ни разу не умираешь, вообще ни разу не умираешь, сложность никак не понижается, а потом ты играешь против Шики. Или против медицины, примерно с тем же успехом. Так, я не понял, где мой второй левел? Где второй левел? Чё, где цепи? Против медицины я лично очень плохо играю, потому что мой стиль далеко не самый агрессивный. Я отталкиваюсь от ошибок соперника. Использую их против него самого. Кто такая прокурор тем? Шики прокурор тем. Шики зануда тем. Ай. Жжется. Кстати, возьмите медицину. Медицину. Вот это будет нормально. Да он же только что взял медицину. Я против нее юкой мучился. Ладно. Так это же персонаж на исполнении чистая, на самом деле. Она очень слабая, вообще полностью слабая, потому что у нее ничего нормального нету, кроме ее экс-атаки. Шики слабая. Ой, это медицина слабая? Да. Но у против... него разные бомбы слабые, Йоши тайп слабый именно по урону. Если ты используешь фокус, у нее фокус достаточно неудобный. И она сама по себе достаточно медленный персонаж. То есть по всем параметрам она куда менее выгодна, чем все остальные. Но только из-за того, что у нее есть хорошая экс-атака, которая вообще настолько сломана, что пора бы просто банить на всех турнирах, то она как бы тир один в дуэльных играх. Йому тайр. Йому рубить пули можно. Ну, Йому и Саку, по-моему, только эти два персонажа могут в своих бомбах под ее экс-атаками перемещаться еще более-менее быстро. А все остальные никак не могут. Зак обижает медицину. Ничего она не делает. Она вам не ходящий, не фокус, не надо. Она
Убить всех человеков, она дитя Бендера Родригеса. Вот. Медицина няшечка, просто. Просто мы люди. Просто кукла. Просто она кукла. Так, ладно, я понял. Короче, просто нужно бомбить. Просто мне должно хватить двушек. Я понял. Вот. Это просто. Вообще, я понимаю, почему как Мариса не может доминировать. Это вполне очевидный матчап для Марисы. Она просто бомбит, бомбит, бомбит. Настолько обидно бомбит, что она, когда бомбу делает, она уже сразу себе весь гаунт, что бомбу вторую забирает полностью. Так, где там это? Где там дихлофосина? Дихлофос на дихлофос? Дихлофос? Не, зачем ты взял? Я не люблю. Точнее, не то, что я не люблю. Вот да, если вот так очень долго спамить фокусом, пока матч это делает, у меня начинается истерика, совмещенная с припадком. Вы поняли? Я не могу играть против команды, когда она спамит свой фокус. Мне становится дурно. Ну да, это стоит депиляция вообще-то. Мне становится очень дурно, печально и прочее. Сэр, вы используете фокус. Шики вам расскажет, что такое использовать лень в играх. Ну, нормально. Сейчас даже в новых играх есть режимы, но. Во. Самое главное на медицине выжить первые полторы минуты. Дальше будет тупо легче. Только не жить тебе, а именно жить дольше, чем сопернику. Как так? Так. Сейчас я тоже буду спамить двоечку. Сейчас, подожди. Кто к ним играет? Ну, я медицина, он Камачи. Я слева, он справа. Слушай, Алга, тебе очень нужно срочно понять тайминги. Когда как... можно зажимать вторую бомбу и лететь прямо в пульки, чтобы максимально забирать их. Ну, это как бы основа, я бы сказал, ребомб постоянных. Ну да ладно. Это требует концентрации повышенной. А после там 5 часа игры уже это и не добиться. Какого 5? Мы не играем 5 часов. А сколько вы играете? В цветы? Только да. Что. Ну, мы до этого в черви играли, как бы. Ладно, еще не разогрелись. Да куда уж разогреваться, меня сегодня за утро повозил. Прям отвратительно повозил. Мне пришлось трехардить. Нет, точнее не так. Он хотел, чтобы я трехардил, но я... Не стал ты благородно сдался. Да. Да, я ему отдался 16 раз подряд. Причем, сколько там, 5 раз за шики было, да, Зак? Или 4 раза за шики. Короче, не, сломайте Зака, я не могу с ним играть. С ним нужно трехардить. Зак, позови Трамфана. Потом прям вообще тебя вот без моих закидонов повозит. А, кстати, да, где Трамфанчик? Дайте побуду грязным сводником и. Кто там спрашивает, что вы еще играете, я не вижу. Потому что я всегда вначале слакаю. У меня очень много партий даю в начале. А Трамфан сразу так как бы идет. Где Трамфанчик? Пусть он повозит Зака. Он сразу включается в борьбу. На полном серьезе. А куда у меня чат пропал? Слушай, имей совесть, я тебя только что отсюда прогнал. О, вот где чат. Ну и куда все пули разлетелись? Ой. Ай. Ну я же отпускал. Я хотел сегодня достримить полностью свою четвертую СВшку. Все планы порушились. Почему это? Гости. У тебя целая ночь впереди. Завтра, возможно, меня отправляют в ссылку на неделю, так что. Хочется, возможно, иметь какую-то иллюзию сна. Чё тебя завтра? На неделю в соку возьмут? Да. В соку? В ссылку. В соку. В ссылку. Ах, ну ладно. Я думал, в соку. В соку я никогда не пошел. Лучше в ссылку. Какой, ничего, вот выйдут новые цветы, и ты их побежишь, потому что мистер Эйсон и пули. Нет пола. Это не Хиса. Если там будут такие карточки и их система использования, я из старых цветов никуда не выйду. А, в смысле такие карточки?
Ну, как в файтингах. Мало ли, там они пытаются разнообразить систему пулинг, пули и этих экс-атак. Ну что делает Рез? Никто не хочет играть новые цветы, потому что они еще не вышли. Потому что это еще демо. Потому что в людях еще горит капля благоразумия, понимаешь? Самих благоразумия. Цветы — это замечательный файтинг. В стиле Тоха. Это как раз самый Тоха файтинг. Самый лучший файтинг, который существовал, это третья часть, по-моему. Ну, в общем, та часть, которая отец этой игры. ПОДД. Над тобой подшутили, Кагоми. Да-да-да, по дорогам дури. Кстати, тут такие баги случаются, я на Кокре Валюте, что когда ты используешь бомбу, а у тебя остается еще примерно одна жизнь, и ты получаешь хит, у тебя полоска гаунжа не заполняется. Вот это реально бесит. У тебя, считай, 0.5 остается. И ты без ничего еще остаешься полностью. Тебя полностью раздевают. Без каких-либо шансов. Алекс, хочешь собраться дома, мы к тебе приедем. Тебя устроит такой вариант? Ай, блин. Нет, ко мне нельзя. Ну вот тогда все. Не хотите собираться, мы пойдем с Рэйвом вдвоем. Ха. И сестру его прихватим. Так ему об этом не говорите. Я об этом ничего не говорил. Если они не хотят играть в кафе с лолями, в карточную игру. Мы хотим, но... О, Зак потопал. Ну, спочи, Зак. Спокойной ночи. Да, на стриме не будем это обсуждать. Вот вы сейчас интригуете людей. Это личные дела форума. Я понимаю, я просто хотел сказать о том, что лучше об этом вообще даже не начинать. Ну почему? У чувака такой заинтересуется, а что это они такое задумали? Пойдет на форум, а там ничего нету, ха-ха, и уйдет с форума. Поняли? Вот я и говорю. Пишите все. Это плохо. Так, я не понял, против кого я играю? Мадам, назовите свое имя. Кролик. Че, кролик уже рип. Кролик, используй фокус. Зачем? Тебе без него будет очень тяжко. Мне норм. Кролику не нужен фокус. Фокус здесь вообще не нужен. Я вижу. Удачи. Зачем удачи? Я и так кролик удачи. Неудачи. Неудачи. Кролик-неудачник. Ты кого там неудачником назвал? Я тебя сегодня на щит поймал, понял? Ха! Я этот момент вырежу, все буду показывать. Что? Топ-10 лучших моментов. Я ловлю на щит. Это не первое. Это не первый, кто ловит. Первый. Я ввел. Я никогда не устану повторять. Я всем распиарил щит. Да, да, но это не. Ну ты не первый, кто поймал меня на щит. Что значит не первый? Первый. Мы с тобой... Я еще в кого-то кидался тоже, а там щиты были. Мы с тобой как бы дольше всех играем в червей. Ну, как начали, так играем. Поэтому я первый, кто тебя ловил. Так, а против кого я опять играю? Когда мы начали, ты меня не ловил, значит, тогда еще щитов не... Что значит не было? Были тогда щиты, я их юзал. Посмотри старые стримы, особенно тот, который 8,5 часов. Там, правда, не было этих самых червей. И, кстати, что я хотел? Я хотел заюзать бомбу. Урапани давай. Мы пойдем в Урапани. Сова, скачивай в Урапани. Зак хочет в Урапани. Раз он хочет, значит, нам надо туда сходить. Меня как раз-таки в Урапани возили, я помню. Сильно возили. Подожди, в Урапани нет ПВП. Не-не-не-не. В том плане именно возили по уровням. Ах, ну это водили, а не возили. Именно возили, потому что у меня как не оппонент, нет, это уже другое будет. Спутник, проводник, был настолько переигрован по часам в эту игру, что, в принципе, не оставалось вообще никаких шансов сделать что-либо самому. И поэтому меня буквально возили, а иногда убивали. Когда моего спутника забирала небольшая досада. Так что какой у меня смешанные чувства остались в Урапане. А еще я там умел читить на жизни. Читить на жизни? Да. Даже если мы играем в кооператив. Да вообще легко. Там... Да примерно так же, как в обычных играх. Там все очень просто на эту тему.
Там пакет данных общий, считай. Его подменяешь, можно и себе жизнь начистить, и спутнику вообще. Ты вообще хакер, ты еще пакет данных подменяешь? Нет, все просто. Когда сломается форум, я знаю, кто мне его сломал. У тебя есть ошибка. Нет, он его не будет ломать, он его будет чинить, а вот сломал его, значит... А, кто ломать, блин. Да, ну да, сломал. У меня хорошо получается. По крайней мере, у меня все баги хорошо ищутся, даже в самых последних играх. Я даже боюсь в Андромеду играть. Что такое Андромеда? А, Mass Effect ваш, который, да, который провал. Не, почему он веселый провал? Есть вот просто провал, потому что как вот этот No Man's Sky, а есть веселый провал. А чем веселый отличается от невеселого? Ну, веселый, где то, что выглядит очень плохо и не работает, можно как-то по-смешному обыграть, и получится там какой-то кайф и лузы. А не смешное, это то, что обычно тебе плохой геймплей, плохая музыка, задумку реализовали очень хреново, и это пытается парить как какую-то веселую игру. Вот это плохо. А когда ты с этого умеешь ловить удовольствие, как с багов, когда, как, знаешь, это как баги в FIFA находить. Вот ты играл в FIFA с этими багами, старые еще, там, 8, 9, 12. О, видишь ли, в чем прикол, как он в FIFA, я играл еще на Sega, которая была 97-я, 96-я. Нет, ну там, знаешь, там все было плоско и не очень, а вот именно баги в более поздних версиях FIFA, которые и ранее, они веселые были. Я даже другие баги находил, именно технического плана, как голы забивать. Знаешь, так когда вратарь мяч выносит именно с рук, я умел у него мяч из рук прямо выбивать своим телом и просто отправлять его в сетку. Это, конечно, мне пришлось часов 10 наблюдать за его поведением. 10 часов ты пытался своим телом выбить у него мячик из рук? Да. Бедный вратарь. Ну, там, знаешь, там очень сложная позиция была у моей команды в лиге. Мне требовалось хоть как-то им помочь. А учитывая, что команда сама по себе была не очень, а я играл в карьеру одному футболистом, нужно было тащить своих ребят, что я, в принципе, и сделал. А потом меня купил Барселона, я на нее обиделся, потому что они после 80-й минуты меня на Месси меняли. И я плюнул на них, пошел вообще сегодня. Тяжкая у тебя футбольная жизнь случилась. Мне реально задевает. Мне не давали сыграть полный футбольный матч. Ни разу. Подумаешь. Это ты о чем говоришь? О симуляторе... Карьера одного футболиста? Я думал, в реальности. Я сам это, в школьной команде играл. А-а-а. Я думал, ты реально... На Месси заменяли, да, на 80-й минуте? Кагоми, что ты здесь делаешь? Я не понял. Ну, может, там какой-нибудь чувак, у которого кличка Месси. У нас там тоже были чуваки там с разными кличками, прозвищами. Бортес был? Лысый и... Нет, у нас был чувак по прозвищу Кабачок. Кабачок? Почему Кабачок? Не знаю. Я так это и не выяснил, короче. А может, по комплекции был Кабачок? Не, ну его строили. Футбол играть. Ну подождите, комплекция Кабачка — это же нормальная комплекция? Смотря какой Кабачок. Есть экстраординарный, который перезрел, а есть обычный. Вот обычный — это окей. А экстраординарный — его или в огороде специально выращивали, то бишь кормили современным фастфудом, то ли посту свои неподходящие были. И он жив как в какой-нибудь Америке. Ну, а жить в Америке — неподходящие условия для кабачков? Там вообще неподходящие условия для кого-либо. Не знаю. Вроде не жалуются. Но им не дают жаловаться, понимаешь? Ну, у нас одноклассница по грин-карте, точнее, ее родители уехали, но и она уехала. Вот мы как бы общаемся. Местами, говорит, не жалко абсолютно. Она уже и русский забыла. Была отличница, кстати. У нее было 5 по-русскому, она русский знала лучше, чем все. Ой, знаю я таких, кто русский знает. У меня по-русскому 3. Но я могу сказать, что, в принципе, по стилю выражения своей речи, формулирования предложений и так далее, я как минимум не уступаю этим людям. А учитывая то, как они вообще могут общаться, лучше бы они как раз таки только на иностранных и общались. Тех, кого там 4-5. Как говорится, у меня тройка заслуженная, я не жалуюсь. У меня тройка вымоченная, заслуженная. Так, Рейму, а Рейму, ты не хочешь умереть? Нет. А если я тебя вежливо попрошу? А, вот ты с геймпада играешь, да? Ну, естественно. Мазохист.
не мазохист, а Джеймерс, который не стал Джеймерсом, ну как-то так, да, короче. У меня есть клевая отмазка, Джеймерс играет на геймпаде. Йоу. А поэтому только... Стоп, он же играет Данмаку, не пудри мне мозги. Ну так да, он играет Данмаку на геймпаде. Как? Спроси его, не знаю. Он что, каждые 2-3 дня меняет геймпад, что ли, на новый? У меня просто стики не приспособлены к этому. Я пытался, честно пытался. Ну, я не знаю, как он играет, но он играет на геймпаде. Точности не хватает, никак. Юко. Юко, дайте мне сюда мимо. Я хочу мимо и против Юко. Возьми сыр, она ее развалит. Скорее... А еще у нас был тренер, короче. Скорее меня такой... развалит. 60, даже какой там, 70-летний, короче, старик, мы его все Стасом называем. Стас? Да, ну Станислав Николаевич. Вот фиг ли с этой молодежи звать, а 70 лет чуваку, они его Стасом кричат, а? Но он был такой бодренький. Какая разница, бодренький или нет, вы его должны Вячеславом, ой, Станиславом. Станислав Николаевич. Да, вот. Они его все Стасом звали. Вы бы его еще это, 70 лет старику, там бабка за ним пришла, Стасик, пошли. Стасик, что мне делать? А, кушать. Ага. Вместо дани совести современной молодежи. А мы не современные были, это же когда было-то. Ну я да, ты уже... Я школу окончил. Ты уже сколько... устарел. Это было это далекое прошлое. Подожди, в каком? В 2005-м. В 3-м. Нет. В 2005-м я кончил школу. Да. Так ты же в новой стране школу окончил, не в старой, так что еще новая молодежь. Он стар. Зато он родился в СССР. Еще в СССР. Ну там это уже нельзя было назвать страной. СССР. 87-й год. Я не помню 90-е абсолютно. Я вообще ничего не помню. Счастливый человек, что ты не помнишь 90-е. А вот я Нет. помню. Я что-то помню, что-то. Но я не могу. Но я не могу понять, что это 90 или 90. Я не память плохая. Окей, как скажешь. Я не знаю, что там. Не, ну если покопаться в памяти, я могу что-то вспомнить, но такое. А я знаю, зачем ты это киноманго смотришь. Чтоб типа, пацаны, я знаю, я жил в 90-е, я помню. Киномана? Да. Киноман. А это такой ретро Дэнди. Чувак, который проходит Дэнди. Да, игрушки по Дэнди, по Сеги и вообще там угорает по 90-м. Блин, я перепутал клавиши. Ну ладно. Я, в общем, у меня только шмоток было и ничего не сохранилось с тех времен, поэтому я смотрю. Я помню только ностальгирующего критика. А, я даже не знаю, как это такое. Это не то, это западный аналог нашего бэткомедиана, короче. Я даже не знаю, как такое ошибка бэткомедиана. Бэткомедиан прикольный чувак. Прикольный чувак? Да. Обозревает фильмы. Возможно, прикольно обозревает, но прикольным чуваком назвать его сложно. Ну, не знаю, может быть, но делает он свою работу прикольно. Ладно, я спрошу, иначе он Вейдеру нравится? Он не профессионал, я скажу так. Он не профессионал. Нет, если он нравится Вейдеру, значит там мат-перемат стоит. Да, но прикольно. Я не знаю, нравится ли он Вейдеру или нет. Почему здесь еще Вейдер? Вейдер, да, это один такой чувак, прикольный. При чем здесь Вейдер? Как? Легко сделать вывод. Если чувак нравится Вейдеру, значит он будет гласить матом, но он будет прикольный. Вот. Это жизнь. Блин, ёбился цветов. Как? Мне, кстати, насчет этого буквально пару дней назад уже приходили сюда, проводили инспекцию по мемам и по этим известным людям. Я такой смотрю, ему люди, кто вы? Откуда вы? Инспекцию по мемам? Ага. Это как? Ну, как бы сказать, известные или хотя бы чем-то прославленные люди по творчеству какого-либо контента на просторах Рунета. Ну, или хотя бы хоть были известны. О, как завернул. Да, я вот посмотрел на них и сразу захотел конец света. Знаете почему? Ну. Потому что если людям такое нравится, что они делают, мне людей не жалко будет. Тебе себя не жалко? Нет, я лучше пойду что-то такое буду смотреть. Ну там, просто вот, смотри, удивляюсь, чем тупее контент даешь людям, тем больше людей туда набегает. Как это вообще работает? Метод сарафанного радио так работает. Нет, оно как-то еще должно задействоваться. Ай, Баку сейчас порубят. Какой? Баку тут спокойно выводит Юку, затем, что она очень такая живенькая, быстрая. Это же прямая контра Юки, берешь живых персонажей, которые могут быстро по карте летать.
и быстро набирает вот эти вот уровни. Или быстро делает фокус, и все. Юка не играет. Я не знаю, как Юка не играет, сейчас я не буду играть в Лилию. Ты просто бомби. Я не умею. Меня не учили. Цветок! А как убивать этих боссов? Я никогда не понимаю. Вот играешь, люди быстро убивают твоих боссов, когда ты им спелкарту делаешь. А ты этого не можешь сделать. Как они это делают? Ну, ты же всегда можешь включить реплей и посмотреть, как. Я слишком ленив для этого. Так, сова, давай последнее время полчаса первого. Так завтра же всего лишь, что? Вторник, сегодня. Ну, всего лишь вторник. Ну, да, как бы. Ай, да, может другое расписание, что-то свое вспомнил, как... Это вам хорошо, ну или плохо, или не очень. Нет, просто свои будни вспомнил, когда у меня такие недели бывали, смотришь на часы, думаешь, сейчас пол второго вторника, окей, еще можно поиграть. Потом, когда просыпаешься, вспоминаешь, что как бы уже пары закончились. Что-то, эй, верните резонанса. Он как ушел выпить и не вернулся. Эс, вернись, ты что там, захлебнулся, утопился, горе. Что Лили не признали мужиком? Мне кажется, у него часть закончилась. Если у меня сейчас часть закончится, я пойду в магазин куда-нибудь, я тоже пропаду долго. Резонанс не пьет чай, резонанс пьет пиво без алкоголя. Как можно пить пиво безалкогольное, я еще не понимаю. Берешь и пьешь. Это ужасно. Это не пиво безалкогольное называется, это мочегонное называется. Называйте его правильно. Ну, чай тоже за это сойдет. Мочегонные. У меня, кстати, тоже чай закончился, это проблема. Вы обижаете резонанса. Правда, он этого не слышит. Ну, хорошо, значит, можно дальше продолжать. Изверги. Не, ну какой смысл? Безалкогольное пиво. Ну, как какой? А там есть дрожжи? Нет, скорее всего, нет, если безалкогольные. Дрожжи как-никак тоже алкоголь содержит. А в каком пиво сейчас дрожжи? Там же сейчас какой-то сусло, а не сусло. А, ну это же старое, домашнее. Ну да. Вообще, пейте квас. Современный квас, он не тот, что был раньше. Раньше было лучше. Так зачем вспоминать раньше? Берешь хлебные эти самые... Я помню вот эти вот старые квасы, которые делали с хлебом, такой квас на хлебу, таких здоровенных бутылек таких, короче, вот, прикольный так, квас. Собственно, сами сделайте, что там нужно, дрожжи, да, хлеб. Вот это квас прикольный был, такой кислый такой какой-то, да. Угу. А вообще, помню, раньше любил, когда был маленький, гуляешь по городу один или с родителями, у тебя в кармане где-то рублей 100 есть мелочью, и видишь такие вот эти вот бутыли или... Большие чаны с квасом, которые там такие передвижные. Завидишь, берешь стаканчик, дальше идешь, снова встретил, снова один стаканчик, и дальше идешь. И так вот, пока ты идешь по кругу, у каждого кваса пиваешь, и там сравниваешь для себя, где было вкуснее. А мне очень нравилось, короче, не помните, такое было мороженое, с деревянными палочками его надо было есть. Оно в таких синих-белых таких пластиковых стаканчиках такие, и с крышечкой еще. Не помните такое? Бело-синий стаканчик. Сейчас есть, правда, там марки поменялись. Пластиковое такое. Ну да. Вот это я еще обожал мороженое. А что делаете, изверги? Мне сейчас захотелось съесть сладкого. Много. Конфеты. Шоколад. У нас не продается оно больше. Я ни разу не видел больше. Вот вообще. Ни в Москве, ни здесь. Самое любимое мороженое детства у меня загадка была. Вы еще их по именам помните. Ну, с одной стороны пломбир, а с другой стороны пломбир на шоколадный. И все это на шоколадной глазури покрытое. На палочке. Вот только вечно не успел съедать, у меня оно все как-то выпадало. Я вечно горевал из этого. А меня отец утешал вечно. Говорит, ну давай тебе еще одну купим. А иногда специально сделал. Ну знаешь, чуть-чуть остается, как бы, ну, случайно уронишь, тебе еще одну покупают. Я помню, мы порвались по жвачкам с переводилками, короче. Постоянно по пачкам. Упали и переводили все время. Который надо слиняять, потом убирать. Наклеишь, слиняешь, там. А потом руки не моешь там с неделю, да, пока вроде все не облезет, грязью не покроется, пыль такая. Не, у меня даже наоборот было. Я наоборот их потом стирал, потому что мне что-то не нравилось. Какой-то момент перестал нравиться, я прям уже тер. Руки болели, но я тер, чтобы себе как-то вывести.
Особенно с порезами мы обожали, да, там у меня всякие лезвия и прочие переводилки. Не, я такой не любил. Так, ладно, на этой собственной ноте давай, Сават, спасибо за игры, там, спасибо всем за просмотр, Рез, мы тебя откачаем, не захлебывайся там. Живи. Всем спасибо. Рез, живи. Ой, всем, да, всем спасибо за просмотры. Да, завтра что-нибудь, наверное, может быть. Следуя завету Кагоми, мы Реза, точнее не Реза, а Зака с трамфайчиком должны свести. В цветах.